Пятикамерная система с монтажной глубиной 76 мм была разработана специалистами немецкого концерна. Это крупнейшая разработка «Profine.Rus» за последние 15 лет. Впервые ее представили на выставке в Нюрнберге. Сегодня официально презентовали российским партнерам. Совершенство отмечают разработчики в деталях. Помимо модных классических форм и высокой технологичности, новая система 76 мм отличается от своих предшественников, доведенными до совершенства уплотнителями, благодаря которым на все 100% удалось уйти от прежних проблем. Новые окна еще более герметичны, термостабильны, универсальны и долговечны. Представители КБЕ, а в России это компания «Profine.Rus», рассчитывают, что 76-я система откроет новые возможности перед клиентами и покупателями. Новые стандарты на цене изделия не отразятся, утверждают специалисты. Санкции на нас влияют негативно, но на сотрудничестве с нашими российскими партнерами это не отразится, что и подтверждает наш приезд. Мы будем инвестировать и дальше, причем долгосрочно. Хотим, чтобы нас, в том числе и на юге России, заметили как лидера инноваций. Я горд, что в Сочи концерн представляет новый продукт, который поможет нашим партнерам в дальнейшем развитии на рынке. На партнерской конференции, помимо презентации инновационной системы, специалисты подвели итоги 2014 года и обсудили планы на 2015. Рассмотрели также ситуацию на рынке пластиковых окон в связи с резкими скачками валюты и вместе с тем стратегию компании и ее партнеров в этих условиях. Как заявило руководство концерна, задача компании – работать продуктивно, независимо от политических влияний. Нет, цены не повысятся, даже несмотря на то, что ситуация сегодня для всего экспортного бизнеса критична. Наши окна, в том числе и новая модель, рассчитаны на всех и каждого. КБЕ – самые продаваемые окна в России. Каждое пятое пластиковое окно в стране изготовлено именно из этого профиля. Уже через 2 месяца КБЕ 76 мм будет презентовано на специализированной выставке в Москве. Инга Габейшая, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.